Адыгея и Армения, Кубань и Дальний Восток. Такова география ярмарки от Абхазии до Камчатки, которая открылась в Тверском торгово-развлекательном центре «Рубин». Там тверичанам предлагают широчайший ассортимент продуктов, которые выращивают фермеры данных регионов. В самом центре ТРЦ «Рубин» тверичан и гостей города встречает целое буйство вкусов, запахов и красок. Настоящий праздник ароматов. Причем, что особенно отмечают покупатели, аутентичных. Особенно это важно для специй. Я был в Абхазии 1,5 года назад, и мне там ребята насыпали в цандрипше пакет. Ну, я-то не понимаю, какой пакет, там из чего. Ну, приправа того сбалансированная, что просто, как объявление выдал, что приезжают ребята, и с удовольствием сюда пришел. Здесь огромный выбор копченой и слабосоленой рыбы, а также морепродуктов. Лосось, семга, горбуша, кальмар и многое другое. Я взяла рыбу чавючук, она очень полезная, очень вкусная, и хочу ее повезти в Крым в подарок. Вы можете сказать об ассортименте вот этой ярмарки? Очень мне нравится, такой большой выбор, очень приятный продавец, всегда может все посоветовать. Вообще мы очень рады всегда, когда они приезжают. Ассортимент мясных деликатесов тоже впечатляет. Причем особенно много приготовленных из дичи. Кабана, горного барана, оленины, зайца. Неудивительно, что тверичане набирают себе целые ассорти. Шута, потом морала взяли. И что мы, хамон еще взяли. Да, очень вкусно. А еще здесь много чая, меда, восточных сладостей. Всего и не перечислишь. Поэтому лучше просто прийти на эту ярмарку, которая будет работать в ТРЦ «Рубин» до 30 апреля включительно.